Всем привет, друзья! Давайте-ка в сегодняшнем видео обсудим с вами товары из фикс-прайса, а именно товары для дома, какие-то интересные декоративные штучки, полезные принадлежности, которые появились в продаже за последние несколько недель. И напомню, что обзоры выходят по магазинам города Вязьма. Довольно забавные пластиковые прищепки. Вообще такие прищепки вижу впервые, и они представлены в виде котиков. Продаются в разных цветах. В наших магазинах были в черном, белом цвете. Набор из 8 штук стоит 87 рублей. Трехъярусная этажерка. Цена 299 рублей. Материал железа и МДФ. Размеры 15 на 20 сантиметров. И толщина, ширина 14,5 сантиметров. Такая подставочка идеально подойдет для хранения косметики. Декоративные штучки можно расставить. Или же, например, на рабочем месте разместить маленькие горшочки с суккулентами. Почему бы и нет. Выглядит интересно. Стиль лофт до сих пор популярен. Керамическая ваза в белом цвете, называется Шери. А эта ваза стоит 299 рублей. Интересный рельеф, а также россыпь маленьких точек. Очень интересные и реалистичные композиции суккулентов в стеклянной колбе. А тут еще внутри у нас натуральные камушки, представлены в нескольких вариантах, выглядит также красиво. Если хотите как-то озеленить свое рабочее место или какой-то уголок, но не хочется возиться с настоящими растениями, то вот такие декоративные штучки, коих в фикс-прайсе полно, действительно помогут. Выглядит реалистично. И сразу хочу отметить, что за счет наличия камней эта композиция довольно увесистая. Ваза кувшин из коллекции Артишок в наших магазинах появилась в продаже недавно. Материал керамика, стоит 299 рублей. Размеры 10 на 14 сантиметров, высота 16 сантиметров. Кстати, в этой коллекции представлены ваза кувшины и с другим орнаментом. Тут у нас цветы космеи. Еще одна стильная керамическая ваза в виде сумочки. И это действительно интересный арт-объект. Будет, конечно же, нести и функциональную функцию. Ну, какая-то тавтология получилась. То есть цветы сюда поставишь, они будут стоять прекрасно. Ну, а также можно поставить сухоцветы или же просто так поставить на полку. Потому что сама идея вазы в виде сумочки, она довольно интересная. А помните, несколько лет назад в фикс-прайсе завозили вот такие плачущие часы по мотивам творчества Дали. И вот только в этом году до нас доехали зеркала из этой коллекции. Зеркало Дали. Интересная форма и будет красиво смотреться в комбинации из нескольких штук. Парафиновые свечи. Интересная форма в виде узелка. И это свечи из коллекции «Дом у моря». Еще одна интересная свеча, а точнее тут гипсовый подсвечник с какими-то такими итальянскими, флорентийскими мотивами. Почему-то мне вот напоминает ту стилистику. Но свечка обычная, таблетка, которую при желании всегда можно заменить на новую. Яркие алюминиевые вешалки размером 41 сантиметр стоят 79 рублей. Различные ёршики на пластиковых подставках. Например, вот такой вариант. Подставка напоминает такую упрощенную керамику, как будто из бетона. Но на самом деле легкая и вполне локотенчатая. Также есть ёршики и с другими подставками. Цена начинается от 199 рублей.
Полезная вещь для уборки дома – это щетка с телескопической ручкой. Ручка выдвигается на длину от 30 до 80 сантиметров. Сам вот этот чехольчик, тряпочка снимается, и без проблем можно постирать. Где пригодится, да где-то на шкафу протереть, люстры или же даже внутри батарей. Вещь действительно полезная и функциональная. Подушки на табуреты и на стулья квадратной формы. Размер 35 на 35 сантиметров. Производство Беларусь. Подушечки идут на завязках. И одни из моих самых любимых наволочек из фикс-прайса – это вот имитация под искусственный мех. А такие наволочки я покупала уже давно, несколько лет, а может быть даже и 5, служат верой и правдой. Выносят стирку, переносят стирку без проблем и не вытираются. Размеры 40 на 40 сантиметров я покупала, когда они стоили еще 59 рублей, сейчас цена на них 149. Как вы знаете, в фикс-прайсе полным-полно различных дешевых инструментов. Например, недавно появилось ступенчатое сверло. Имеется несколько ступеней для просверливания различных отверстий разного диаметра от 4 мм до 32. Электрический удлинитель на 3 розетки, а также еще у нас имеется 3 порта USB. Удобная вещь для зарядки телефонов, а также питания электротоваров. Ну и еще к товарам для дома я также отнесу и товары с отдела с товарами для красоты. Что-то я сегодня очень сильно заговариваюсь. Например, вот такие органайзеры для хранения косметики можно использовать для хранения декоративных штучек, а также мелких канцелярских принадлежностей. Фанерные декоративные панно. Эти панно продаются комплектом из 3 штук, так что можно создать целую композицию. Они очень легкие, невесомые. Тут у нас идет имитация дерева. Размеры 39 на 56 сантиметров. В нашем магазине представлены из необработанной фанеры. При желании можно покрасить. Декоративное металлическое кашпо с ручкой, цена 199 рублей. Это кашпо, естественно, можно использовать по прямому назначению, а также можно использовать в качестве подставки под косметические продукты, под кухонные аксессуары. Давно любители фикс-прайса приглядели такие корзиночки для этих целей. И еще один вариант – декоративные вазы, кувшина, изготовленные из керамики в нежном лавандовом оттенке. Смотрится очень нежно. Из бытовых новинок, что интересного я заметила, это специальные палочки для прочистки сливных отверстий. Написано, что расщепляет и перерабатывает скопление. Одна палочка идет в расчете на 1 месяц. Я уже набор купила, попробовала, знаете, особой разницы не заметила. Может быть, у меня просто сильно сливы не забитые, но пока больше ничего сказать по поводу этого набора не могу. Еще одна интересная новинка – это специальные ароматические палочки с функцией отпугивания насекомых. Продаются они в больших тубах, в каждом наборе идет 5 палочек, и представлены они с разными ароматами. Идея очень классная, для загородных посиделок точно подойдут. Еще мне понравился маленький набор для ароматизации помещения с разными ароматами. Например, есть с ароматом лайма, базилика и мандарина. Этот набор состоит из камней в стеклянном стакане, а также специальной ароматической жидкостью, которую необходимо капать на эти камни. Цена набора 249 рублей. А еще интересная новинка – это гипсовые ароматизаторы для одежды, которые можно повесить в любой шкаф. Вообще, впервые вижу именно такие гипсовые подвесы, да еще с функцией ароматизации. Двухъярусные полки. Кстати, вот эти полочки будут прекрасно сочетаться вместе с этажеркой, которую я вам показала в начале этого видео. Конечно же, сюда что-то такое большое не поставишь, как видите, полочка маленькая, но для декоративных штучек также подойдет. Можно разместить какие-то косметические продукты, можно поставить даже баночки со специями на кухне, или же можно разместить мелкую канцелярию.
Декоративные искусственные растения в горшочке. Серия называется «Бурбон». Растения у нас разные, выполнены достойно, качественно и реалистично. Цена 199 рублей. А еще мне понравилась по своей стилистике декоративная кашпо под названием «Корзинка». Выполнена из керамики, а ручка с имитацией под кожу. Цена 249 рублей. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по товарам из фикс-прайс категории товаров для дома была для вас полезной. Если вдруг что-то понравилось, пишите в комментариях. Может быть, что-то уже успели купить и вам приглянулось, пишите. Очень интересно будет узнать о ваших предпочтениях и покупках.